Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Сегодня 3 число, то есть прошли новогодние праздники. И буквально 3 дня, как у меня висит наклейка на заднем стекле. Я до этого занимался в нескольких сетевых компаниях. Ну, были сетевые компании, это и Визион, и Тиньши. Ну, как, ну, понемножечку начинал там, сам продукцию пил и пробовал, то есть, как бы заняться. Но нигде не было такого интереса к продукту, как вот в этой компании Экофай. То есть вот реально, просто меня люди, каждый день несколько человек подходит и спрашивает: слышь, что это такое? Да? То есть инструмент, вот эта наклейка на стекле, ну работает великолепно. Ну просто великолепно. Сегодня утром я чуть не опоздал на работу к себе. Потому что только выехал машины из гаража, вышел, подъезжают соседи, пацаны, все, вижу, мнутся, вопрос задать. Я говорю, давай рассказать, да. Буквально в двух словах. То есть, пацаны, заходите на сайт, сегодня вечером 8 часов тест-драйв, регистрируетесь, смотрите тест-драйв, будут вопросы, я отвечу. Все. Но я, конечно, так не делаю. То есть, я понимаю, что надо именно вот так. Но все равно, ну оно ж прет изнутри, начинаешь рассказывать. Пацаны, тема, то-то, то-то, трали-вали на педали. А сам понимаешь, что делать этого нельзя. Чтобы у человека был интерес к этому, чтобы у него был интерес зайти туда к вам на сайт. Но вот пока такие. Значит, надо работать над собой. Понимаешь, надо работать. Но тема, конечно, бомба. Тема бомба. Сейчас жду продукт тоже свой. Продукт должен, ну если 30-го не успели отправить, значит только после Нового года. Ну, после 10-х чисел. Там у них на складе выходной до 10-го числа. Ну ничего. Что, я в интернете вчера целый день просидел. Просидел в интернете, придумал фишку, пока говорить не буду. Пока не буду, пока свой бизнес не разовью. Но фишка классная. Именно в Одноклассниках. Именно в Одноклассниках, то есть я уже набил себе базу людей за целый день, то есть уже со многими пообщался, уже там пару человечек, которым это интересно, которые зайдут на сайт, сегодня посмотрю, были на сайте или нет, потому что сайт — это тема, конечно, Прав ТВ — это бомба, то есть, ну, я просто реально вижу потенциал, реально вижу, то есть у меня есть куда направить человека, понимаете, то есть в чем дело, то есть как бы не просто вот ты поговорил с ним и бросил его, да? Или там пообщался где-то в интернете, и все, и бро, и шо ты, да? А ты, у тебя есть конкретное место, ну, как я это себя называю, твой дом, куда ты можешь его поставить.